джипы для девочек даже. Есть для мальчиков. Кроссоверы, знаете, такие. А есть для мужиков. И вот в этом джипе, между прочим, отечественном, я себя мужиком и почувствовал. Почему? Ну, потому что все по-мужски, все серьезно. Настолько серьезно, насколько это было серьезно в УАЗе. Но сейчас это уже совсем другой УАЗ. И сохранивший название не только патриотичное средство, УАЗ Патриот. Машина такого интересного сегмента, я бы назвал это топовый отечественный сегмент. 470 тысяч рублей, но это джип. Джипы никогда дешево не стоили. А все джипы, которые производство, ну, Japan там всякие, там, USA, те стоят еще более серьезно. Конечно, не в Америке, там это немножко другие цены. А мы залезли по этот автомобиль. И, ну, скажем так, вот такую подвеску не задушишь, не убьешь. Да, конечно, это не скоростной автомобиль, но УАЗ Патриот предназначен для решения гораздо более чем серьезных задач. То есть, ну, вообще, российское бездорожье – это легко. На охоту – это пожалуйста. Кстати, охотиться можно легко, вдруг убрали. И все. Круто. И портнули, кстати. Так, что еще изменилось? Вроде бы все осталось прежним, а не совсем. А появилось АБС. И вот двигатель 409, кстати, мне очень нравятся вот эти движки волговские. 406, ну просто катался, да, машина как бы летает и составляет конкуренцию на Yamaha. Здесь мощность немножко понизили, но зато увеличили крутящий момент. А для джипа что нужно? Ну, конечно, крутящий момент. Так, что еще сделали? Хе-хе-хе. Осталось только поменять торпеду на Рекстоновскую. А так салон-то от Рекстона. И этот салон наконец-таки получил в базе отсутствие третьего ряда сидений. Ну зачем? Тем более, как, кстати, они не очень мне нравятся. А этот задний ряд сидений, кроме того, что он складывается и в сложенном состоянии как бы доставляет вам массу удовольствия от того, что еще и под сидушками бардачки есть, очень необходимые. Вы еще можете, и я попробовал, поехать на УАЗике и поотдыхать. То есть заднее сиденье наклоняется, кстати. Так, а переднее сиденье? А переднее сиденье тоже от Рексона, кстати, и имеет механическую регулировку наклона. Вот я себе настроил и сижу, ну, почти как в Форде Торус, моем любимом. Конечно, на таком УАЗике можно покорять. Можно испугать. Чем? По стаканник очень быстро вылетает. Ну ладно. Демпфер когда-нибудь поставит. А что меня порадовало? Так это регулируемый будет. А теперь рулевая колонка. И лепота. Вы знаете, снегопады выпали. И поэтому вам предлагается, ну, вот такой тест. На проверку клиренса УАЗа Патриот. И сегодня вас ждет еще кое-что. А помните, мы как-то делали тест под названием «Тест размерами легких членов». Я мальчик не маленький. Так вот, давайте попробуем продольное проползание под УАЗом Патриот. Часть, моя филейная часть, не застряла. Так что, в общем, внедорожное качество, по-моему, более чем убедительное. Скажем честно, у меня вот пролаживание под УАЗиком навело еще и на такую мысль. Я посмотрел, и знаете, вот по качеству сборки, вот нижняя часть УАЗика мне чем-то напомнила автомобиль КРАЗ. Потому что здесь вот эти вот шарики, я не знаю, как они внутри устроены, честно вам скажу, не разбирал ни разу, но это не крестовины и это не шрусы. То есть решаем глобальные задачи. Так, что еще? А еще и вот такой тест. Вы, наверное, помните тот детский мультфильм. Потом как и в ком изменялся просто.
Рост измерялся в попугаях, слонах и, соответственно, по-моему, в жирафах. А в чем измеряется кривец? Уже диагонально. Наверное, в легких челюсти. Смотрите внимательно, сколько займет времени это проползание. Вот для чего не жалко ни своих штанов, ни своего свитера. Потому что телевидение – это важнейшее из искусств для меня лично. Ну и разумеется, если вы приобретаете автомобиль у официального дилера, а это, разумеется, наш любимый ненаглядный автограф, что на Маржане 9, у вас есть и гарантия, и сервис. Все здесь. Можно ли на таком УАЗике поехать далеко? Я думаю, что да. Можно ли на нем не напрягаться? И это тоже есть. Гидроусилитель руля, ну и прочие прелести. Так, а можно ли этот автомобиль в кредит купить? В автограде? Вопросов нет. А можно ли ездить вот так немножко по-разгильдяйски? И вот смотрите. В горку, по гололёду, на полном приводе. И хорошо, и за 420 тысяч. Ну и так. И так мы приехали в место нашего отправления. Это автоград. Чем меня автоград в последнее время радует? А тем, что это громадный мультибрендовый салон. Вы можете выбрать любой автомобиль, поверьте мне, вплоть до топового сегмента премиум. То есть за выбором автомобилей давайте приезжайте в автоград. Тем более недалеко, и тем более здесь все хорошо, и персонал квалифицирован, и расскажет нам, и покажет, тест-драйв дадут, как, кстати, нам дают.